Здравствуйте! Сегодня я для вас приготовлю вкусные, сочные, ароматные куриные квадратные котлетки. Нам понадобится куриная грудка, сыр пармезан, сельдерей, лук, зелень, яйца, кабачок, геркулес, соль и перец. Для начала измельчим в блендере лук и сельдерей. Перекладываем в миску. Здесь же нам необходимо перемолоть и куриную грудку. Перекладываем к луку и сельдерею. На крупной терке натрем цукини. И добавим фарш. Мелко рубим зелень и тоже добавляем фарш. Всыпаем овсяные хлопья. И вбиваем яйца. Тщательно вымешиваем. По желанию фарш можно добавить чеснок. Перчим и солим. Подготовленный фарш выкладываем на противень. Формируем прямоугольник. Посыпаем сверху пармезаном. И отправляем в духовку. Все, готово. Вынимаем из духовки. Разрезаем на квадраты. Выкладываем на тарелку. И подаем с любимым гарниром. Приятного аппетита!